Трехэтажный дом предпринимателя открыл сегодня в Казани Рустам Миниханов. На первом этаже многофункциональный центр для бизнеса, на втором – офис региональной лизинговой компании, на третьем – образовательный центр. С этого дня обратившимся предоставляется 180 видов услуг по принципу «одного окна». Сегодня стало известно имя нового управляющего Национальным банком Татарстана. Им стал Марат Шарифуллин. Он был сегодня представлен президенту республики. В Доме правительства Рустам Миниханов встретился с заместителем председателя Центробанка Русланом Вестеровским. Стороны обсудили вопросы развития банковского сектора республики. Ледовый городок переезжает, а елка в Казани обойдется минимум в 300 рублей. Казань готовится к новогодним гуляниям. На этой неделе откроются елочные базары. Возводятся снежные горки и ледовые скульптуры. Новогодние елки будут в каждом районе столицы. После долгого перерыва каток откроется на Черном озере.